хорошо, так хорошо. Камень и дерево, это так хорошо, когда весь день гуляешь. О, приветик, мистер Дерево. Приветик, мистер Трава. Приветик, мне еще за хуйня. О, божечки, что это за ужас? Кто поставил этот блок сюда? Кэмерон, а кто, блядь, по-твоему, это сделал? Ты! Ты тут единственный, кто может блоки таскать. Я бы никогда не поставил этот блок сюда. Кэмерон, ты поставил блок туда. Да. Я это уже сказал. Маркус, я уже сказал. Он поставил этот блок сюда. Ты абсолютно прав. Ой, да ладно вам, ребят. Все уже поняли. Хватит вам двоим придираться по пустякам. Ну если ты только не думаешь, то ты ставил его где-то... Примерно сюда. Ну, может, вы и правы. Ребят! Купер! Вам, ребята, надо увидеть это! Это существо в лесу! Погоди-ка, что значит существо? Я раньше никогда не видел такого существа! Да мы всех уже тут давно перевидали. Такого никогда не видели, это настоящий монстр! Ладно, чего он такого сделал? Что ты это понял? Он убил овцу! Понятно! Ладно! Не будет лишним пойти и представиться. Плохая идея. Он просто серийный убийца. Он устроил геноцид овец. Он убил одну овцу? Да, он убил одну. Это был Холокост. Окей, это не Холокост. Он убил сделал. Одну. Слушай сюда, Фил. Надо решить, что будем сейчас делать. Должно быть объяснение, почему он убил овцу. Давайте сходим и поговорим с ним. Окей. Вот это место. Я посижу тут, к нему точно не пойду. Хорошо. Как мы это сделаем? Да чего тянуть, он же там один, вперед! Ну, он может запаниковать, увидев нас всех. Может послать одного, кто подружелюбнее выглядит. Я сейчас. Нет, совершенно точно нет. Я могу пойти. Я сказал нет. Блин, но вы только гляньте на этот блок. Я бы мог. Не, на блок я смотреть не буду. Помочь. Я его передвину. Кто-то не страшный, не враждебный. Кёрби. Да, я просто могу пойти и поговорить с ним. Просто поговорить. Мне не сложно. Отлично. Да он умрет! Завали ебало, он не умрет. Он не овца. О, здравствуйте. Меня зовут Кёрби. Я, блядь, так и знал, это геноцид! Овца в меня! Вот черт! Он убил Кёрби! Кёрби мёртв! Чё ж теперь делать? Чё делать? Это же наша земля, черт подери! А не этого пидораса! Я думаю, Фил прав! Это наша территория! Нам нужен договор, который сплотит нас против него! Принесём клятву здесь и сейчас! Клятву! И мы не будем спать! Мы должны спать! Физическая потребность! Окей, но мы не остановимся, пока этот человек жив! Мы теперь команда, а название у нас будет? Команда, мы нет, команда. Нет, мы не просто команда. Команда. Типа... А что если моб-отряд, типа мафия? Эй, неплохо, моб-отряд. Верно, я придумал, вот мы теперь кто, круто. Отлично. Иди нахуй, это круто. Да я не против. Теперь мы моб-отряд. И мы убьем этого пидораса.